человек, замечательный человек, который хочет сказать что-то замечательное другому замечательному человеку. Вот такой вот каламбур. Кирилл. Сегодня я оказался на этой сцене, потому что некоторое время назад познакомился с невероятной девушкой. Она сегодня в этом зале. Знаете, где-то прочитал фразу, что истинная любовь, она как привидение. Все о ней говорят, но мало кто ее видел. Друзья, вы знаете, кажется, я один из тех, кому повезло. Я видел и вижу эту любовь. Позвольте, я вас не познакомлю. Диана. Она пришла на концерт со своими замечательными родителями. Счастье вашей дочке в мои руки. Диана, я не вправе просить тебя сейчас дать мне ответ. Это было бы нечестно в такой обстановке и с такой поддержкой. Но тем не менее.